Okay, ma'am, I'm calm down. What kind of shots? Издевай, не голосить в машин. Снимайте, здесь и сейчас. Просто класс, это первая летняя тусовка в японском стиле. Да и вообще первая летняя тусовка в Минске в 2023 году. Машина Honda Civic 91 года, 5-й регенерации. Мечтал о такой прекрасном автомобиле, и мне исполнилось 30 лет, и я купил себе эту машину. GPLN, очень классная тусовочка, все отдыхают, любители японской культуры не обязательно, именно Honda, Mazda, Toyota, много-много Mitsu, много крутых тачек. Я задание для всех, кто с кем общаемся. Можете скорректировать свои машины? Как бы с детства хотел всегда Honda Legend. Взял ее вообще на коленях полностью. Она Passat B3 согнула в банан. Интересный проект, интересные машины. Тех, которые как бы можно было увидеть только где-то там в России, в Москве там. Проездом кино, да. А тут как бы они есть. Не, как там? Пошпил, молодой человек. Бля, ну это лично было. Нормально. Зачем ты это делаешь? Потому что я хочу, чтобы движуха японских автомобилей существовала. Я считаю, что для наших реалий это вполне себе очень прям жирно. Сколько машин? 135 сегодня. А то-то будем с ним без прострелов. Toyota MR2. Toyota. 96-й год. Задний мотор, задний привод. Это тачка моей мечты, я шел к ней лет 5, наверное, вот уже 5 лет ей владею. Летом езжу, зимой разбираю в гараже, потом обратно собираю. Это машина на каждый день, да. Я люблю страдать. Я вообще не знал, что такое стенс. Где-то в 2020-м я узнал, что такое, увидев Мазурина Игоря, Опель Астра на лютом развале, и прям влюбился. Начал интернет это шуршать, что такое стенс, что это за колеса так стоят. Ну и все, пошло-поехало. Да. Это Sign XB. Смотрите. Американцы насмотрелись на японцев. У них такая называется Toyota BB. Божественная Toyota! Toyota! Хотим такую тачку, только не с рулем в бардачке. И вот получилась точно такая же автомобиль, только с рулем слева. Прекрасные формы, аэродинамика коровы. Супер! Этих автомобилей у нас очень мало. На выставке у нас их 3. В Минске их 12, так сказать. Но это очень хорошая база для тюнинга. Когда был малой, у отца были журналы «За рулем». И там на обложке была какая-то Toyota слепая, вралиная раскраска. Мне что-то все время казалось, что это супер. Я когда эту купил, ну, с отцом разговариваем, там, вот, ну, купил такую машину. Я говорю, ты знаешь, у меня вообще мечта другая. Я достаю тот журнал, тащу ему, мы смотрим, и это оказывается такая. Я люблю тачки. Люблю заднеприводные, японские, хорошие тачки, поэтому я здесь. Я считаю, что такие мероприятия нужны, их надо проводить чаще, больше. А вам какая пригодилась тачка? Здесь? Да. ГТР, конечно. Тоже ГТР? Да. Я люблю, да.